Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня я буду рисовать лавандовое поле акриловыми красками. Это видео я решила записать в виде небольшого урока. Какие кисточки я буду использовать в работе, какими красками, какие цвета. Холст у меня на подрамнике размерами 20 на 30. Холст изначально уже был покрыт акриловой грунтовкой и предназначен для того, чтобы можно уже писать на нем картины либо маслом, либо акрилом. То есть вот такой вот универсальный холст. Холст у меня мелкой зернистости. Есть крупные, есть мелкие. У меня вот мелкая, если камера передает, то можно увидеть, что мелкие вкрапления выпуклости есть. А у крупных, то там выражена такая структура крупных зерен холста. Давайте я вам покажу, какие кисточки я буду использовать. Так, вот кисточки. Самая широкая колос фирмы Craft Art 1115-14. Тут еще есть номер 3/4. Это кого интересует, какой кистью я пользуюсь. Она плоская, синтетическая, очень удобная. И видно, что я уже давно ней работаю. Этой кистью я буду наносить, собственно, небо и наше поле. То есть заполнять все пространство холста. Эта кисть у меня будет вспомогательная. Где-то что-то выделить, какие-то фрагменты, либо облачка я буду использовать этой кистью. Она полукруглая. Фирма уже затерлась. И размер, собственно, тоже. Вот она таких средних размеров, полукруглая, полукруглая, плоская. Буду использовать также веерные кисти. Ними очень удобно рисовать траву, где-то мельче на заднем фоне, на переднем фоне будут крупнее у нас кусты лаванды. Итак, мелкая кисточка, она у нас размерами 2, колос. Следующая у нас кисть веер, тоже колос, номер 6. Естественно, нам понадобится вода. Отдельно я в стаканчик налью водички чуть-чуть и вот такого раствора, называется сповильнювач высыхания акриловых фарб. То есть он замедляет высыхание акриловых красок, что поможет мне в написании неба. То есть будут более плавные, красивые переходы. Можно не добавлять, если у вас нету этого, но нужно тогда больше наносить краски и растягивать кисточкой хорошо небо. Какие краски нам понадобятся? Это, естественно, титановая белая краска. Она во всех картинах используется, без нее никуда. Для неба мне понадобится, вот тут прям много у меня красок, естественно, белое — это там, где мы будем выделять более светлую зону, там, где солнышко. Также желтенькая краска фирмы Sonnet, желтая светлая, краска акриловая фирмы Rossa, цвет называется венецианская розовая, кобальт синий. Ультрамарин синий, тоже ультрамарин, но фиолетовый. Для травы, для, собственно говоря, поля, нам понадобится черная акриловая краска фирмы Sonnet, также акриловая краска оливковая, зеленая, ну и желтенькая. У меня остатки есть набора желтая, либо эту использовать. Для самой лаванды, цветы лаванды, я буду использовать фиолетовое светлое, пастельно-розовое и мой любимый цвет, обожаю его, синяя королевская. Как вы видите, много очень краски, я буду использовать много цветов. Но и можно обойтись и меньшим количеством краски для написания этой картины, смотря какой вы результат хотите, какие вы хотите, чтобы цветовые гаммы больше были в вашей картине. Я начну с неба. Так как холст у нас небольшой, картина сама небольшая, нам понадобится не так-то много краски. Поэтому вы не выдавливайте сразу сильно много краски.
так как вы знаете, что акриловая краска, она очень быстро высыхает. А где я развожу и куда выдавливаю краску? Смотрите, я придумала вот себе такую палитру. Я взяла небольшую картоновую досточку и просто пищевой пленкой обмотала. Сюда же я выдавливаю краску, и здесь уже я с ней играюсь, растворяю, разбавляю ее. Вот, и это очень удобно. Потом, когда краска высохла, вы просто эту пленочку убираете и добавляете другую. Теперь что я делаю дальше? Я вот этот растворитель буквально чуть-чуть наливаю отдельно в стаканчик и наливаю туда немного воды. Это буквально для того, чтобы мне было комфортнее нарисовать небо, чтобы долго не играться и достичь такого результата как можно быстрее, которого я хочу, вот эти красивые разводы в небе. И теперь мы приступаем рисовать небо. Можно сразу на холст выдавливать по чуть-чуть. Вот. Самая темная из синих красок у нас фиолетовая, поэтому я ее буду сюда. Немного светлее у нас синий ультрамарин и кобальт синий. Добавлю сюда. Беру широкую кисточку плоскую. Я мочу именно в этот стаканчик, где у нас есть растворитель. И вытираю вот так вот об стеночки, чтобы у нас была кисточка не сильно мокрая, а влажная. Теперь смотрим, что я делаю. Белой краски получилось много, поэтому я по низу тоже белой краской буду проходить. Сюда будет у нас вмешиваться синий цвет. Добавляем желтизны. Красивый, насыщенный желтый цвет. Разбавляю его с белым. Где надо будет, я еще буду добавлять цвета. Не пытайтесь сразу перемешать все цвета. Растяните один, второй цвет, в него вмешивайте другие цвета. Немного захожу на горы. Горы мы потом будем подправлять. Пока такими движениями ношу. А теперь добавляем синий. Вмешиваем. Сейчас надо это делать аккуратно.
Теперь вмешиваем уже более темные цвета. Здесь можем обозначить горы. Видите, на кисточке довольно-таки много краски. Можем по бокам пока пройтись. Если много остается на кисти краски, вы можете ее по бокам картины оформить, обозначить, где у нас лаванда будет, такими полосками. Так, теперь нам надо промыть кисть, так как на ней много смешано красок, и продолжить работать над нашим небом. Вот понадобилась нам вторая кисточка. Растушуем ней там, где солнышко. Беру буквально белую краску на кисточку и высветляю зону, откуда у нас светит солнышко. Растушевываю кисточкой. Я отдельно выдавила желтую краску, и можно желтой краской уже
здесь оно более так подсыхает, можем где-то небо, в небо добавить желтизны. Кисточка не должна быть сильно мокрой. Она такая буквально полусухая. Можно оставить так, а можно добавить еще розовинки. Опять-таки, смотря какое небо вы хотите видеть у себя на холсте. Теперь давайте займемся нашими горами. Доведем их, так сказать, до ума. Я выдавила темно-фиолетовый и белый. И теперь я смешаю. Горы, которые ближе к нам, они будут темнее. Те, что дальше, они светлее. Могут быть просто холмы какие-то. Их может быть много. Хорошо будут играть на контрасте с небом. Такие у нас интересные горы получаются. Так, теперь, друзья, я выдавила черную краску. Беру широкую кисточку. У меня остался темный фиолетовый еще цвет. И я просто смешаю эти две краски и будем рисовать. Сначала делаем такую темную подложку для нашего поля. Проводим линию горизонта. Закрасили, где у нас будет поле. И теперь даем краске полностью высохнуть. Все, холст уже высох. Я беру пока маленькую такую кисточку. Выдавила я разной зеленой краски. Размешиваю ее вместе. Вместе и такую, и желтую беру. И отмечаю, где у нас будет проходить лаванда, кусты лаванды.
пока так накидываю на глаз. Да, она уходит дальше в перспективу. Беру большую кисточку, мешаю. Разное зеленое, вместе желтый. Смотрите, друзья, холст у нас уже сухой, трава нарисована. Теперь нам осталось нарисовать лаванду. Я беру маленькую веерную кисточку номер 2. Я выдавила небесную, королевскую, фиолетовую, светлую и розовую светлую. И теперь я буду, собственно, рисовать лаванду. Как я буду это делать? Я беру практически сухой кистью, макиваю ее аккуратно краску. Вот. И, собственно, приступаю такими вот движениями, легкими движениями. Едва прикасаясь. Чем лаванда к нам ближе, тем мазки будут крупнее. Можете наблюдать, какие движения я тут делаю. Такие уже больше вверх-вниз. Потому что чем ближе к нам, тем крупнее цвет лаванды. Не забиваем полностью траву. Сейчас я пройдусь пока одним цветом, фиолетовым.
Я вымыла кисточку, и теперь я буду проходиться синим королевским цветом, красочкой по нашей лаванде. Смотрим. У нас практически готово лавандовое поле. Я хочу добавить еще немного розовинки и буквально такими боковыми. Такие легкие движения. Как будто солнце на верхушке лаванды, вечернее солнце осветило эти верхушки. Ну что ж, друзья, картина у нас уже полностью готова. Можно что-то добавить еще по желанию, какие-то еще облачка, птички, но это уже на усмотрение каждого. У нас получилось замечательные кусты с лавандой, замечательное небо. Как видите, я еще немного высветлила здесь и небо, добавила синего королевского, который я вам показывала в начале видео. Также добавила немного розового и фиолетового. И прекрасные такие переходы здесь получились. Где-то высветлила белилом, где-то добавила больше желтенького. И это я делала полусухой кисточкой. Именно вот этой. Полукруглой, полуовальной, плоской. На кусты лаванды я использовала краски. Вы видели фиолетовый, синий, королевский и розовый. Фиолетовый у нас пошел с той стороны, где падала тень, то есть теневая сторона
кустов лаванды. Синий королевский пошел посередине кустика, и уже с левой стороны пошел розовый цвет, с той стороны, где у нас падает солнце на кусты. И очень гармонично получилось. Теперь по желанию можно покрыть картину лаком. Это по желанию, на ваше усмотрение. Я свои картины всегда покрываю лаком. Они так более защищенные, цвета становятся глубже, насыщенные и становятся на свои места. Очень красиво. И после того, как картина покрыта лаком, за ней удобнее ухаживать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Если вам было полезно это видео, интересно, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, как вам это видео, такой урок, видеоурок по рисованию, понравилось ли вам и хотели бы вы больше таких видеоуроков по акриловой живописи. Я вам желаю творческих вдохновений, больше радости, светлых дней. И пусть беды обходят стороной вас и ваших близких. До новых встреч. Всем пока-пока.